знаю. А что, какой? А, кстати, один пакетик завтрака, по-моему, остался. О, давай, все, давай сюда, Лука, раз завтрак мне нужен. Вот он и есть. Вот, Саша, скажи. Максим, давай чехол. Это мясо сушеное. Это у нас борщ. Все в зип-пакетиках от Александра. Это что? Это у нас сушеная клюква на перекус. Сами собрали, говорю, сами поели. А это что, вы на том автобусе поедете? На каком? Может, пока в аптеку сходить, пока ждем. Сходить с тобой? Саша, едется. Все отлично. Все по плану. Где едем, Саша? А, за Ивделем уже. Ивдель проехали. Вот она, местная заправочка, заправились мы вот здесь вот. Работает всего лишь 2 часа в сутки, и нам повезло. И нам повезло. Да, нам повезло, что мы смогли так, кто выйти, говорит? Ножки размять после долгой дороги. Едем с 4 часов. Всю ночь ехали, не поехали. Едем с 4 часов дня, 26 февраля. И сейчас уже 12 часов дня, 27 февраля. Здесь такая большая стоянка. Там стоит огромный грейдер и привязаны мягкие игрушки. Почему пешком идем? А решили прогуляться. Правила такие. При проезде через реку по зимнику нужно высадить пассажиров. Что мы и делаем? На том берегу сядем обратно. Самые правильные туристы. Тут даже кедр растет. Ты снимаешь видео? Так, мне сигналят, надо убежать. Подожди, подожди. Поздно. Беги, 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 догонишь. Он еще и балуется. На реке Северная Сосьва. Через месяц так повторять нельзя. Ура! Ну что, тут можем заночевать? Думаю, нам будет не очень. Не протопить, да? Едем мы исключительно босиком. Леша по-другому в машину не пускает. Тут коврик, как дома. Че, мы доехали, что ли? Ну еще нет, пока пересадка. Пустили нас переодеться в этот домик. Спасибо добрым людям. Утепляемся в самые теплые вещи, да? Да, все. У кого что есть? Ну как? Все готовы?
выходим из уютного домика после первой ночи. Все копошатся, собираются. Не, чтобы с вечера собраться. Ладно, я тоже не собрался. Я говорю, двоечники собираются, те, кто вечером не собирались. Все, видите, герметичненько. Все, чик, все. Который в волокуши едет. Да. Где-то волокуши. Ну все, ты готов? Да, почти. Первый раз в волокуши пойдешь? Да. Вот, веревка засветила и клюет за куя. Нет? Нет, нормально. Удлини. Привет. Привет. Вот такой паровоз. Чья улыбка там через балаклаву проглядывает? Оу, привет! Как дела? Видимость нулевая. Саша прячется в метели. Далеко не уходи! Так, надо нам всем собраться, чтобы не потеряться. Максим, улыбочку! Да? Вот он, февральский ручеек. А как его зовут? Тут туристы. Через ели. Замшевелые. Ну вот. Невысоко. Рудик говорил вот так, погрузки. Не глубоко совсем. Должны быть. Это так вы шли на Канжак? Ты на видео? Вот так. А еще можно валяться. А лежать холодно, да? Как мы добывали воду? Вы прямо... Нет, а вы посмотрите, вы вот, начиная с руля. Он уже снял. Не надо этого, чебурашку, пожалуйста. С руля-то кто? Чебурашка я. Я чебурашка. С руля-то ты? Нет, я чебурашка. Вот что бывает, когда не позаботились о воде. Не, вода была, все кончилось.